Acum vreau să-i dau start unui proiect național, un proiect împotriva cumătrismului, nepoțismului, nănășismului și toate lucrurile urâte care s-au întâmplat până acum. Я сегодня даю старт национальному проекту для того, чтобы доказать вам, что сегодня лучшие из вас могут участвовать в развитии нашей страны. И сегодня каждый из вас может попасть на ту должность, которую вы реально заслуживаете, а не из-за каких-либо политических предпочтений или политических цветов. Я даю старт проекту «Кадровый резерв» Рената Усатова. На странице, которую многие из вас уже хорошо знают, www.rub2020.md, пагина rub.md, дат старт уни рублич печали, резерва де кадровый Рената Усатова. Сунтец журист, экономист, доктор, вреть се обцинец о функции, кари вар пермите сва демонстрац калитетели, ка ум политист, а с фарти мус колонии лукрязе шофер перутьера на фара цери, алци му чесла конструкции. Врау се анализац ачасты пазин, с дискидец ачасты пазины, ка се путец кри, toată informația ce ține despre studiile dumneavoastră, unde vă aflați, ați avut vreo activitate sau nu, ca noi, împreună cu dumneavoastră, să construim o echipă puternică pentru președinție, pentru alegerile parlamentare anticipate care le vom avea, pentru a vă implica în activitatea guvernului sau alte agenții de stat naționale. Și сегодня у каждого из вас есть равная возможность продвинуться. И не зависит, какое у вас образование, какая у вас специальность. Главное, чтобы у вас была искорка в глазах и желание двигаться вперед. Сегодня я прошу еще раз, чтобы проснулась вся молодежь страны, потому что при администрации президента Республики Молдова, далее при парламенте и правительстве, будут созданы молодежные департаменты, чтобы молодежь занималась реальными проблемами молодежи. Молодежь понимает свои проблемы. И при всем уважении к людям более старшего возраста, но молодежь должна заниматься проблемами молодежи.